Ну, мы уже лежа забили немножко холку это, да? Вот сейчас потерпи, сейчас у нее сидя. Видно, да, насколько она упирает? Еще. Если хотим поберечь свои пальцы, да, то можно сделать через тряпочку, в принципе, то же самое будет. Так, еще вот здесь самое такое место. Так, вот видите, более полого стало. Но не все за один раз, мы все-таки бережем человека. Сюда еще потерпишь? Ну да, что делать? Да, вот сюда. Вот, ну-ка голову назад. Вот, свободен наклоняется. Да? Не знаю, как должно быть. Так, я еще не понял. Но сейчас кровь хлынула в голову, да, немножко голова такая еще дурная. Да, ну прям опьяневшая. В руки еще отдаю, да. Отдала. Руки, конечно, да, это же нерв идет. Надосный, подосный. До новых встреч, дорогие друзья, пишите комментарии.